Еще один мытищинец лишился автомобиля за долги перед коммунальщиками. Мужчина не платил по счетам около 7 лет. И в результате накопилась сумма больше 1 000 000 рублей. Должника неоднократно предупреждали о необходимости хотя бы частичного погашения. Но компромисс не был найден. В результате пришлось временно конфисковать имущество. Совместно с службой судебных приставов мы арестовали автомобильное транспортное средство и вывезли его на специализированную автостоянку. Машина будет возвращена после полного погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Как пояснили в Мытищинском территориальном управлении МСОБЛЕИРЦ, сегодня задолженность со стороны жителей по оплате за услуги ЖКХ составляет порядка 800 миллионов рублей. Около 1500 исполнительных листов находятся в работе у судебных приставов ежемесячно. Вместе с тем, для удобства мытищинцев открыты 3 дополнительных окна, где ведется прием населения. Кроме того, производить оплату и вносить показания счетчиков можно и в мобильном приложении МСОБЛЕИРЦ.